Всем доброе утро, это Ирина Воскресенская. Я всегда рада, когда встречаю хорошие рецепты с кабачком. И вот такой рецепт мне недавно попался. Мы сейчас будем готовить очень вкусный завтрак. Ну, я думаю, что его можно приготовить в любое время, не только на завтрак. Делается очень просто, быстро. Нам нужен кабачок. Я буду использовать половинку цукини у меня. Мне хватит, в зависимости от того, насколько человеку будете делать. Значит, немножко у меня тут зелени, сыр, 2 яйца, такие маленькие помидорки. Немножко у меня тут перчика было, оставалось от салата, и я уже порезала. В принципе, чтобы сытнее был этот завтрак, можно еще добавить, например, если есть у вас сосиски или сардельки, их можно кружочками будет порезать, тоже красиво это сверху уложить, будет красиво. Но у меня такая легкая вариация такая этого завтрака, никакого мяса у меня не будет, мне достаточно вот будет сыра. Ой, вот что еще я не приготовила, нам надо немножко молока будет. Сейчас я его достану из холодильника. А что нам нужно в первую очередь сделать, это почистить цукини и натереть на крупной терке. Теперь нам нужна сковородка. Масло я уже налила немного. Вот столичек мне. Видите, какой хороший, сочный очень кабачок. Сейчас мы его на сковороду. И нам немножко надо, чтобы жидкость лишняя вышла. Так, распределим. И пусть он немножко так протушится. Вот так вот красивошно получается. А мы дальше будем заниматься заливкой. Ну что теперь нужно? В принципе, все очень просто. Мы берем яйца, разбиваем их. Добавляем немного молока. Ну, в принципе, это такой домашний рецепт, так что даже я не могу сказать, не знаю, в какие пропорции. Молока не очень много нужно. Вилкой вот так мы все размешали. И теперь будем туда добавлять добавки всякие, вот перец, томаты, укропчик, любую зелень можно. Так, теперь натрем сыра. Ну, сыра много не бывает. Все по вашему вкусу. Сыр может быть любой. Какой есть у вас, такой натирайте. Ну, вот. Яичная такая наша заливка готова. Осталось только все посолить и поперчить. Тоже немножечко посолим. Кабачки поперчим. И можно уже заливать заливку. Так вот, распределим.
И нужно это все закрыть крышкой. И пусть это у нас под крышкой на небольшом огне, ну, где-то 5 минут. Хочу поближе вам показать, какая красота получается, не хуже, чем пицца. Смотрите. Очень быстрый завтрак, дольше я говорила, чем его делать. И еще скажу, я делала такую облегченную версию. А если для мужчины, например, сделать, можно еще раз говорю, кружочками сардельку или сосиску порезать, это будет сытнее. Но, поверьте, просто с сыром это тоже очень-очень вкусно. Ну, вот такая порция, очень сытная, несмотря на свою легкость, и вкусная. Надеюсь, вы обязательно так приготовите кабачки, потому что сейчас такое время, когда они дешевые, их много. И хочется каких-то интересных и вкусных рецептов с ними. Замечательный завтрак. Завтракайте обязательно. Приятного аппетита!